Нам открыты все маршруты. Привет, ребята! Это прекрасное утро мы встречаем вместе с Хрюшей. Антоном Зорькиным. И фокусницей Марией Гиль. Доброе утро! Доброе утро, Антон! Привет, Хрюша! Здравствуйте, ребята! Отличного вам волшебного настроения! Хрюша, обрати внимание, Мария сегодня пришла в образе моей любимой сказочной героини. Угадай, кого? У нас в гостях Золушка. Совершенно верно. Я очень люблю эту сказку, потому что здесь много волшебства, превращений и, конечно же, прекрасная история. Это правда. А какие волшебные превращения ждут сегодня нас и наших маленьких зрителей? А это вы сейчас и увидите. Ой, вперед! Мы готовы к номеру. Золушка, Золушка, Золушка! Здесь все свои, и швабра, и ведро, и полотенце. А знаете, вот что самое обидное? Самое обидное то, что все поедут на бал, а я нет. Это же так вредно не ездить на бал, когда ты этого действительно заслуживаешь. Я часто вожусь у камина, и от моих рук даже вода становится черной. А знаете, о чем я думаю? О том, что мачеху и сестриц позвали на бал, а меня нет. Они там будут танцевать с принцем, а обо мне он даже и не знает. Но зато до этого. Золушка, а где мой розовый бант? Бант. Золушка, а где мои желтые туфли? А вот где. Золушка, а где мое голубое платье? Ничего, я тогда вот чем утешусь. Устрою свой бал. Госпожа Ложка, а вы хотите поехать на бал? А вы знаете, что нужно спинку держать прямо и отклонять в танце как можно дальше? Сильнее, еще сильнее и еще сильнее. Вот так. Отлично. А вы умеете делать батман? Смотрите, вот так вот. Ножку выше, 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 выше. Замечательно. Но вам, кажется, не хватает кавалера. Мистер Вилка, а пригласите, пожалуйста, госпожу Ложку на танец. Как? Вы не знаете как? Вам нужно поклониться. Вот так вот. Сильнее. Еще сильнее. Ниже. 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 Замечательно. Вот это да! А потом они там будут на балу есть мороженое. Клубничное. Ой. Обожаю клубничное мороженое. Еще будут есть лимонное мороженое. Ой. Ой, ой, так. Ой. Как это? И клубничное мороженое. На самом деле, друзья, мне очень хочется, чтобы люди меня заметили. Но только непременно сами, без всяких просьб и хлопот с моей стороны. Чтобы они поняли, что я существую. Потому что мне очень-очень хочется, чтобы счастье пришло ко мне. Хочу отправиться на бал. И вода стала чистой. А знаете, натирая полы, я научилась танцевать. Мистер Швабра, я обещала вам первый танец. Я не могу не сдержать своего обещания. Ну нельзя же быть таким серьезным. Мистер Швабра, улыбнитесь. О, улыбка! Другое дело. Здорово!
здорово! Вот это да! Ну, на самом деле, радоваться нечему, потому что на бал все равно я не поеду. Но тогда вот чем утешусь. Я постою под окнами дворца и буду смотреть на праздник. Ух ты! Крюша, смотри! Какие красивые пузырики! Да, обожаю мыльные пузыри. Вот так вот Золушка готовит волшебные пирожные и туфельку! Какая красивая туфелька! Но она совсем не подходит к моему платью. Да, в таком наряде на бал не поедешь. Золушка, меня прислала твоя крестная фея. Я, конечно, еще не волшебник, я только учусь, но я верю, что дружба делает чудеса. Фантастика, Хрюша! Ой, смотрите, Золушка стала принцессой. Вот это волшебство, Золушка! Готова теперь к балу! Ребята, 3-4! Вы подарили нам волшебную сказку! Да, приходите к нам еще! С удовольствием! С добрым утром, малыши!